Всем привет! В 2016 году компания Samsung преподносит нам свой первый сюрприз, а именно новый виток своей популярной A-серии. Всего в линейке три модели – A3, A5 и A7. Все они получили обновленный внешний вид. Кстати, это вам ничего не напоминает? Если кто-то не догадался, то дизайн очень напоминает Samsung Galaxy S6. Так что с покупкой этого телефона можно, например, удивить своих коллег по работе. Рассмотрим более детально самого крупного представителя линейки, а именно этого A7 малыша. Он выигрывает у своих собратьев не только за счет величины диагонали. У данной модели повышены и технические характеристики. С помощью 8-ядерного процессора и 3 ГБ оперативной памяти этот парень будет гонять ваши приложения со скоростью 1,6 ГГц. Объем аккумулятора вырос почти на 30%, с 2600 мАч до 3300 мАч. При повседневном использовании устройство работает около суток. Телефон на базе Android. Интерфейс TouchWiz уверенно чувствует себя в режиме многозадачности. Приложения, видео и игры работают четко, без лагов и косяков. Отдельно стоит рассказать о встроенной камере. Секрет большой матрицы и качественной светосильной оптики. Она делает великолепные снимки как при дневном, так и при слабом вечернем освещении. Фирменные алгоритмы обработки снимка от Samsung показывают традиционно очень сочную картинку. В заключение хочется сказать, что A-серия и A7 в частности – это очень достойное предложение. Если вам нужен солидный и производительный смартфон, но вы не хотите переплачивать, то это то, что вам нужно. Более подробно с этой моделью вы можете ознакомиться по ссылке снизу. А у меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!